Здравствуйте всем, меломаны, аудиофилы и просто кто ищет качественный звук. В этом ролике хочу рассказать и поделиться с вами впечатлениями о гибридном операционном усилителе прибалтийских разработчиков. А именно, этим занимается подразделение АО «Альфа» уже более 45 лет. Созданное в 1959 году, «Альфа» являлась головным предприятием Министерства электронной промышленности в области аналогово-цифровых микросхем и по сей день является лидирующей компанией в этой области. Итак, ко мне благодаря Максиму из ОПАМП Аудио на тест попал данный экземпляр, который также выпускается под брендом «Альфа» и позиционируется как high-end операционный усилитель. Модель называется AS401. Есть двухканальная и одноканальная его вариации. По заявлению разработчиков, это гибридный операционный усилитель. Работает в классе А. Сделан на биполярных транзисторах. Имеет скорость нарастания 30 вольт в микросекунду. Частоту пропускания 35 МГц, маленький процент искажения и питание от 4,5 вольт до 18, что означает возможность устанавливать его в портативные устройства. После его прогрева и прослушивания тестовых треков, первое, что приходит на ум, это быстрота, прозрачность, вовлеченность и ширина сцены. Теперь разберем его звучание подробнее. И поскольку, к сожалению, у меня только одноканальная модель AS401, и мне не получается протестировать комплект от Альфы, мнение я буду строить, опираясь на различные связки с другими операционными усилителями. Итак, звук у Альфы не теплый. И холодным назвать я его не могу. Он скорее нейтральный. С хорошей скоростью и разделением всех инструментов. Неплохо проработан нижний диапазон. Особенно хочу отметить мид-бас. Он быстрый и акцентрированный. Средние и высокие частоты ровные, прозрачные и детальные. Очень хорошо рисуется сцена и пространство, особенно в ширину. Что касается минусов, в принципе, особо серьезных недостатков я не заметил. Единственное в звуке, немного хочется больше глубины. По жанрам универсален. Но особенно хочу отметить отличную подачу быстрых динамичных жанров, которые, как правило, перекомпрессированы. Таких, как, например, все вариации быстрого рока. Теперь с какими операционными усилителями сочетается AS401? Его смело можно назвать универсальным. Он отлично себя показывает как с биполярными, так и с полевыми операционными усилителями. Приведу несколько примеров. Сразу поясню. Альфа AS401 будет стоять у меня в фильтре низкой частоты на выходе в моем ЦАПе. Я буду менять лишь только операционные усилители в преобразователе. Итак, начнем с гибридов. Отличный симбиоз получился у прибалтов с австралийцами. AS401 плюс V5 ID. Звук имеет немного выраженное V-образное звучание с неплохой прозрачностью и хорошей детальностью. Хорошо передает динамические всплески за счет глубоких и мягких низких частот. Тональный баланс с небольшим уклоном в теплые тона. Сцена и объем правильных пропорций. Вторая и, на мой взгляд, одна из удачных комбинаций — это AS401 и дискретный модуль SX35B от Ultimate Audio. Звук получается прозрачный, ровный, слитный, с хорошо осязаемыми и детальными текстурами, отличным разделением всех инструментов. Бас быстрый и плотный, хорошо артикулированный. Очень хорошо расширяет стереопанораму, добавляя в звучании много воздуха. Звук полностью отвязан от акустических систем. Следующая связка. AS401 и дискретный модуль New Class D.
Звук очень динамичный, детальный и прозрачный. Присутствует легкая, гелезаметная V-образность в звуке. Но из-за прозрачных и нерезких высоких частот она не портит общей картины. Хорошо разделены все инструменты. Очень мощные и быстрые низкие частоты. Хорошо отыгрывают даже сложные пассажи. Объем хорошо прорисован, особенно в глубину. А сцена слегка приближена к слушателю. Теперь перейдем к стандартным операционным усилителям. AS-401 и OPPO-1612. Звук ровный, прозрачный и нейтральный по характеру. С хорошей стереопанорамой и правильной сценой. Эту связку можно вполне назвать аналитичной. Также хочу отметить, что в данной связке AS-401 хорошо смягчает резкость у OPPO-1612. Следующая комбинация – это AS-401 и MUSES-8920. Ровный, нейтральный, детальный звук с небольшим акцентом на нижнюю середину, быстрыми и плотными низкими частотами. Также данная связка хорошо раздвигает стереопанораму, добавляя в звук воздушности. Хорошо разделены все инструменты. И напоследок, одна из лучших комбинаций. Это MUSES-01 и AS-401. Звук теплый, слитный, с хорошей прозрачностью и детализацией. Хорошо передаются все нюансы звукового тракта. Низкие частоты текстурные и глубокие, с акцентом в мидбасовой области. Средние хорошо проработаны, они сочные и бархатистые. Высокие частоты достаточно прозрачны и имеют хорошо прорисованные границы. Очень хорошо передается атмосфера и прорисован объем. Сцена формируется в правильной пропорции. По жанрам данная связка абсолютно универсальна. Что по итогу? Прибалтам удалось создать гибридный операционный усилитель с хорошим, сбалансированным звучанием, который хорошо играет в тандеме не только с дискретными модулями, но и с обычными стандартными операционными усилителями, не привнося заметного окраса. И если сравнивать Альфу AS-401 с популярным Берсон V5AS, то Альфа, по моему мнению, будет более универсальна в звучании и в жанровых предпочтениях среди аудиоэнтузиастов. А если объединить опыт и наработки двух этих брендов, то можно получить отличный симбиоз с эмоциональным, детальным и текстурированным звуком. Как-то так. Ну а теперь перед графиками и замерами хочу поблагодарить Максима из OPAMP Audio, который не перестает нас удивлять разными новинками в мире аудиокомпонентов. Как обычно, все ссылки на дискретные модули и тестовые записи в описании под видео.